Всем привет! Сегодняшний выпуск стоит начать с того, что не стоит верить на слово производителям или продавцам разных товаров. Все началось с того, что ради эксперимента мне захотелось выделить изопропиловый спирт из моющего средства. Был выбран подопытный, исходя из состава на упаковке. Хочу напомнить, что у нас действует закон, по которому производитель должен указывать в составе компоненты, начиная с того, содержание которого больше всего в продукте, ну а далее компоненты в порядке уменьшения их содержания. На первом месте указан изопропанол, затем поверхностно-активные вещества, ароматизаторы и краситель. Вода не указана вовсе. Также в пользу того, что средство на основе спирта, указывает значок «Огнеопасно». В России изопропиловый спирт можно найти в составе незамерзайки, желательно брать концентрат. В Латвии же ее делают в большинстве случаев на основе этанола. Ни о чем не подозревая, мне захотелось узнать, сколько изопропилового спирта содержится в средстве. При помощи мерного цилиндра я отмерил 200 мл и перенес в колбу на пол литра. Цилиндр у меня только на 100 мл, поэтому я отмерил нужный объем в 2 захода. Все, что нам остается сделать, это по сути провести дистилляцию. Собираем установку, которая состоит из колбы с моющим средством, насадки Вюрца с переходником для термометра, также холодильника Либиха, Алонжа и колбы приемника. Для измерения температуры я воспользуюсь термопарой. Начинаем нагрев. В качестве кипелки у меня магнитная ампула. Она показала себя довольно хорошо в прошлых видео. Помните, что большое количество средства нельзя наливать в колбу. Во время кипения может образоваться много пены, и она попадет в холодильник. Постепенно начинается кипение. Пока все в пределах нормы, и пены немного. Температура поднимается до нужных 80 градусов. Именно при такой температуре кипит азеотропная смесь изопропанола и воды. Начинается отгонка. Мы должны отобрать фракцию примерно до 85 градусов. Однако через очень непродолжительное время температура начинает расти все больше и больше, и у нас меняется вид конденсата. Видны капли воды, у которых другое поверхностное натяжение. У нас попросту закипает вода. Выключаем нагрев и даем раствору остыть. Вот и первое несоответствие. В моющем средстве забыли упомянуть воду. Причем забыли поставить ее на первое место. И вот он, первый обман производителя, но не последний. Стоит ли говорить, что значок, говорящий нам о том, что жидкость воспламенима, тоже почти не к месту. Данная жидкость не горит даже при прямом контакте с огнем. С 200 мл данного средства получено вот столько спирта, в котором еще и довольно много воды. Вначале я думал просто не публиковать видео, фейлы случаются, но я решил доснять видео до конца и, как оказалось, не зря. За кадром я отогнал весь спирт из оставшихся 800 мл средства. В итоге получилось около 60 мл раствора, из которых как минимум 12% воды. У изопропилового спирта есть одна интересная особенность, которую я сейчас продемонстрирую. Проведем эксперимент. В емкость к 10 мл чистого 88% изопропанола, который остался от одного из прошлых видео, добавляем 10 мл воды и хорошо перемешиваем. Для наглядности подкрашу раствор красителем. В данном случае это метиловое красное. Он растворим в спирте, но практически не растворим в воде. Хорошо перемешиваем. Далее небольшими порциями добавляем обычную поваренную соль. Когда она перестает растворяться, выключаю перемешивание. Мы наблюдаем разделение на два слоя. Спиртовой слой изопропанола и красителя сверху и водный слой снизу. У нас появляется так называемый эффект высаливания. У нас были равные объемы спирта и воды, но слой воды кажется больше. У нас попросту подтянулась вода, которая была в 88% изопропаноле. Тем самым мы еще и уменьшили содержание воды в спирте. Похожий эффект мы наблюдали при растворении щелочи в растворе этанола и воды, где у нас также вышло два слоя.
Вернемся к полученному спирту. Берем поваренную соль и при перемешивании добавляем к спирту. Со временем раствор мутнеет. Выключаем перемешивание и ждем. Ничего не происходит. Тут может закрасться мысль о том, что это или не изопропиловый спирт, или мало воды в растворе, или что-то еще мешает. Выводы делать пока рано. Отфильтрую раствор при помощи лабораторного фильтра. Затем перельем раствор в стакан. Он слегка желтый, возможно, попало немного пены при перегонке. Попробуем немного очистить раствор. Для этого я воспользуюсь измельченным активированным углем. Я взвесил примерно 3 грамма. При перемешивании добавляем его к спирту. Стакан я накрываю часовым стеклом. Оставляем как минимум на 20 минут. По истечении времени снова фильтруем. В растворе все еще слишком много воды после первой дистилляции. Проведем еще одну, но уже со слегка очищенным раствором. Кипение начинается при 76 градусах, а затем поднимается до 78, а значит изопропанол не одинок в этой смеси. Вначале я думал собрать более легкую фракцию в отдельную емкость, поэтому вначале в качестве приемника использовал колбу на 50 мл, а затем заменил на большую. Температура поднялась до 80 градусов. Через какое-то время у нас опять начинается обгонка воды, что видно по конденсату. Ну а полученного спирта так мало, что я объединил обе фракции. В начальной колбе остается очень много воды. Ждем, пока колба остынет. С оставшейся водой проведем все тот же эксперимент с солью, в надежде, что может хоть сейчас остатки изопропанола отделятся. Нет, чудо не произошло. Для следующего этапа нам нужно избавиться от воды в полученном спирте. Для этих целей хорошо подходит безводный сульфат меди, однако у меня его нет и вначале нужно его получить. Для этих целей я насыпаю произвольное количество медного купороса в фарфоровую чашечку и ставлю на плитку. При нагревании происходит постепенное щепление воды, что заметно по изменению цвета. Сульфат меди становится все светлее. Не забываем перемешивать его. Сухое вещество очень сильно пылится, поэтому можно воспользоваться каким-нибудь строительным респиратором. Температура держится в районе 170 градусов. Если на поверхности порошка будут появляться черные вкрапления, это значит, что температура великовата и у нас начинает разлагаться сульфат меди до оксида меди и оксида серы. Получен порошок почти белого цвета, дождемся его полного остывания. Для осушения к полученному спирту я добавлю примерно 5 грамм безводного сульфата меди. Смесь нужно перемешать и желательно оставить на сутки. После чего фильтруем раствор и проводим финальную дистилляцию. Стоит отметить, что температура кипения 76 градусов. Это ниже температуры кипения изопропилового спирта примерно на 6 градусов. В итоге получено крайне мало вещества. А теперь самое интересное, давайте узнаем, что это. В этом нам поможет газовая хроматография. В специальный флакон я налил немного образца и отнес на анализ. Что у нас вышло? Ипс, несомненно, в смеси есть, но его лишь 32%. Также у нас есть примеси, которые часто присутствуют в самом изопропаноле, а именно метилэтилкетон около 1%, диизопропиловый эфир 0,05%, изоктан 0,04%, а также незначительная примесь около 0,1%. Что больше всего смущает, так это сигнал слева от изопропанола. Содержание данного вещества примерно 67%. Это этиловый спирт, которого в два раза больше, чем изопропанола, и который вовсе не числится в составе средства. Вот так производители пишут в составе и наливают туда, что хотят. И никто, по сути, их не проверяет. Даже без хроматографии было понятно, что изопропилового спирта там мало или вовсе нет. Полученную смесь никуда не применить. И делалось это для интереса. Ну и конечно же, чтобы изучать науку. Лучшее, что я смог придумать, это добавить немножко борной кислоты и полюбоваться зеленым пламенем. Ну а если вам понравилась новая рубрика, ставим большие пальцы вверх
и оставляем адекватные идеи для будущих проверок. Чем нас больше, тем больше у нас возможностей. Всем пока!